комбатантов 14-й гренадерской дивизии СС Чина и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как мешанное мясо. До надобности не пропадает. Они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из украинской политической элиты не станет назвать никого, кроме Бандеры и Шухевича. Вылетело. Слушай, его занесло, наверное. Да, Борисович, надо сейчас, ему помочь. Подожди, сейчас. Там что-то взорвется машина нахер. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот! Авария, нахуй, и мне въебал. Пиздец. Да. Твою бога мать твою, блять, а! Спасибо! А я вам летнего рождения, счастья, здоровья, всего самого хорошего! Молодцы, креативные! Сказали подарки, что они... Они меня... Куда нам? Да, стой, блядь! Стой, да! Стой, где? Вы понимаете, мы вам отдаем призыв.
блядь. Такие у нас девочки за рулем ездят в городе Хабаровске. Мама! Тихо, малыш, что ты переживаешь? Мама, извините, мама. Здрасте. Баллончик свой в жопу засунь. Ты что так девочка, что делаешь? Девочка меня подрезала. Ты что так делаешь? Я еду с ребенком. Что так делаешь? Я понимаю, что я еду с ребенком, она меня подрезала. Женщина. Я говорю, она меня подрезала, я ей посигналила. Началось вот это блядство. Что, перепутала? Я говорю, началось вот это блядство. Я твой номерок срисую, я к тебе дома подъеду. Слушай, ты что, обиделась, что я, блядь, я случайно тебя подрезала? Ты меня подрезала? Я еду. Ты что, нахуй, охуела, что ли, блядь? Дичь, нахуй. Да пошла ты, блядь. Да ты свое стекло, нахуй, ёптать, подними. Давай, оба. Понимай, что хочешь. Давай. Молодец. Давай, умничка. Это спецмашина, блядь, дура ебанутая, блядь. Ебанутый ты, блядь.